Base. О, в предыдущей серии мы полазили там, ловушки поразгадывали всякие. Точнее, как поразгадывали. Поуклонялись от них. Ну, не совсем трудно было, но вот обстановка нагнетается и становится более-менее страшным. И в итоге мы добрались до какого-то дома, я не знаю, и вошли в подвал. Так что погнали исследовать подвал данного дома. Шкатулка. Да нет. Или что это, блядь? Я вообще шкатулки терпеть не могу, блядь. В хоррорах теперь. Ой, подвал, блядь, подвал. Это пиздец. Что это? Ничего. Блядь, что за звуки такие? Ай! Прекрати. Способы расправы с людьми, я понял, кажись, да? Всякие аппараты для казни. Охренеть. Ебать. Это еще говорят то, что сейчас люди жестокие. Вы, блядь, посмотрите, что было в древние времена, блядь. Кого-нибудь казнить. А каждый из них нам нужно будет, как я понимаю, да, соорудить, ну, точнее, или чего, или жертву найти. Вообще понятия не имею, блять. Давай пойдем туда. Мы просто обошли, получилось. Сделать детали найти к ним, кажись. Это пипец. Ну ладно, будем искать. Погнали сюда. Что у нас тут, блядь? Тут их полно, просто этих аппаратов, я не знаю. Это охренеть можно. Что еще, блядь? Чё это за нахуй? Что нам с ним надо сделать? Нет, это не сюда. Маньяком каким-то. Отлично. Отлично. Подожди-ка. Показалось. Просто великолепно. Пошли. Погоди.
Еще одну надо, что ли? Или что? Я не догоняю. Да. Сами все видели. Охуеть. Нам бы в тюрьму такие сейчас. Вообще великолепно. У меня больше нет ничего, что... Нет, у меня больше ничего нет. Идем дальше. Искать детальки. Для этого чуда. Еще одна деревяшка. Целая деревяшка, блядь, положи тут это и все. Так, понятно. Это понятно. Блядь, блядь. Что делать? Короче, прикончит здесь, да, блядь? Собираю свои слова обратно. То, что эта игра не страшная, блядь. Куда мне нахуй пиздячивать? Блядь, почему все темнеет так? Мужчина живет, я ж понял. Куда мы нахуй вообще на... О, тихо. Нахуй вообще мы сюда пришли, блядь. Зачем? У нас больше нет ничего, да? Где-то второй надо хер найти. Что-то надо, да? А где мне это искать? Так, а здесь? Вот здесь загрузиться нельзя. Да везде темно же стало, блин. Хер чё где подожжёшь.
закрыто все. Все. Пипец, я ничего не вижу. Где и там все закрыто? Закрылось. Блять, а где мне что искать-то тогда? Ты нас покинул. Еще ниже, блядь. Пипец. Да. I wish I could forget about all those horrible places. I'd rather have them as my own memories, and not this mix of feelings. My mental... Felix Lundberg, Gothenburg's... Тихо. Давайте вообще... Вот на этом как раз вот здесь сохранение. Я думаю, мы и закончим, пожалуй. Закончим эту серию. Потому что это пипец. Страшно, блядь. Однако... Ладно, всем спасибо, с вами был Женёк. До встречи.